Ловко владеть крупногабаритной техникой – многолетний навык. Снегоуборочная машина не только новая, но и многофункциональная. Водители муниципальной управляющей компании «Жилсервис» готовы выйти в рейд. Трактор очень хороший, новый. Выпуск «Орел» на базе «Амкадора». Так, можно и снег убирать, можно мусор грузить, можно копать. Ну, универсальная техника, нормальная. 28 единиц новой спецтехники закупили на средства из городского бюджета и распределили машины между двух муниципальных управляющих компаний. В Красноглинский район уехали крупногабаритные, а вот КАМАЗ, погрузчик и, конечно, юркие «Амкадоры» для старейшего Самарского района. У Самарского района есть, в принципе, одна особенность. То, что, если вы обратите внимание, у нас существует много арок, въездов в дворовые территории, где очень узкие проходы, не больше 2 метров бывает. Поэтому, если обратить, вот с правой стороны стоят амкадоры, вот эти погрузчики, которые только они могут туда попасть. Муниципальная управляющая компания «Жилсервис» начала работу в июне этого года. На сегодняшний день в автопарке 19 спецмашин, а вот водителей не хватает. В «Жилсервис» приглашают всех желающих устроиться на работу. Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов. События.